Привет, Мир! Привет, Мир! Привет еще раз! Привет! Я тут пока включила фотоаппарат, они уже все демонтировали. Катюня, отойди, я покажу папе, что нет, здесь делать. Мы еще ничего не демонтировали. Но у тебя здесь, я слышала, что-то сломалось, упало. Это что такое? Кусок от подоконника. Ой, упал. Тебя уже вообще не видно. Наверное, вот сюда вот тебе надо. Расскажешь, что мы собираемся делать вообще. Как я уже сказал, мы пришли во второй сруб, чтобы попытаться демонтировать это окно. У нас до этого не было времени, на то есть причины. Я уже сказал, что Валя об этом расскажет. А сегодня мы постараемся сделать коробку, ну и поставить хотя бы раму от пластикового окна. Да, вот что мы будем делать сегодня. У нас на улице, сейчас покажу. Катя. Да. Так, Катя, Соня, ну-ка, слезли бегом. На улице вьюга и снег. Дождь на улице. Да, вот видно, да? Капает. У тебя фотоаппарат грязный. Да, фотоаппарат грязный. Как мне капельки заснять? Наверное, вот так вот надо никак показать здесь наверх. Нет, вот. Видно же, хорошо видно. Ну, даже я их не вижу. Видно, видно. Вот у нас все капает. А еще буквально минуты... Да, наверное, сейчас еще дождь идет на улице. Так что вот тебе и февраль. Ладно, все, папе не мешаем, отходим, потому что... Отходи. Съемки это, конечно, хорошо, но работать тоже надо. Девчонки, я так понимаю, вы сегодня будете нам помогать? Чем? Да! Соня такая, чем? Да! Как? Да! Катя такая, чем девушка? Да? Чем да? Чем да? Ну, что-нибудь сейчас будете делать. О, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Всем доброе утро. Мы продолжаем наше строительство, как обычно. Вчера вечером я доделал коробку все-таки, точнее не коробку, а проем для коробки. Выровнял вроде по высоте, по ширине, зашлифовал, вот как видите на заднем фоне. Не смотрите, что бревна темные, я их обработал неамидом невымываемым, а он как бы цвет дерева меняет на темный, но зато дольше остается активным. Вот, стеклопакет сегодня утром притаранил. Очень тяжелый, очень неудобный, особенно его поднимать здесь надо было. Что-то ветер поднялся. Вроде как погодка сегодня хорошая, разыгралась прямо с утра. Безоблачная и солнышко вылезло. Поэтому ожидается сегодня опять капель, таяние снега с крыш. Само окно коробки мы будем крепить вот такими анкерными пластинами. Я знаю, что многие крепят вот такими вот тоненькими пластинками. Вот, но в связи с тем, что у нас окно очень тяжелое, да и вообще рекомендуют именно анкерными пластинами крепить пластиковые окна. Это для каких-то легких конструкций, деревянных окон, простеньких. Можно такие применять, но мы будем вот такие вот использовать. По сути дела здесь ничего такого особенного. Сверху будет 3 анкерных пластины и по бокам еще по 2, итого 7 штук. То есть получается, мы разметили там, где будет анкерная пластина у нас, и закрепляем ее в паз. Фиксируется, и она на месте. Ну что, анкерные пластины мы уже прикрепили, теперь остается их прикрутить вот такими самозакручивающимися саморезами на 25 миллиметров. Приступим. Да, действительно, мне, наверное, надо будет побриться и подстричься. А то в комментариях одни посты будут только о бороде и про бороду. А сейчас я обратил внимание на то, что стеклопакет лопнул в одном месте. Есть трещина, сейчас я ее покажу.
В общем, пока я его переносил сюда, поднимал, и, видать, повредилось стекло, лопнуло. Сейчас покажу. Вот скол с этой стороны был небольшой. Я его обратил внимание, когда снимал стеклопакет. А когда опер, наверное, об этот угол, как раз попал вот в эту трещину. Вот здесь вот она отошла, видите, уголок. Не знаю, насколько это сильно повлияет на основные характеристики этого стекла. В принципе, это все закроется штапиком. Ну, вот такая вот, понятно, да, видно. Здесь стекло отходит. Хоть я и перетаранил сегодня утром этот тяжелый пластиковый пакет, но не рекомендую в одиночке все-таки поднимать, а уж тем более носить такие объемные и тяжелые вещи. Надеюсь, из вас никто таких глупостей не совершал. А потому что в интернете очень много примеров, когда мы просто переоценим свои физические силы. Итак, осталось поставить только верхнюю часть у этой коробки, недостающую. Боковые стенки я уже поставил и сделал в них запилы, как раз чтобы доску верхнюю поставить. Здесь вот в два слоя полосу льняную пристеплерил. И к ней, естественно, буду теперь доску подбирать. Ну и все, и можно будет потом ставить окно. Артём Андреевич, ты чего это так стоишь? Я буду с двух рук бревна выбивать. Тело уже пропилил, окно в Европу. Будем выбивать. Смотрите, какое большое окно. Вот. И вот. Вот ты сейчас вывешь, все будет видно. Да. Ну что, приступим с... Давай. Аккуратно, Валь. Это чуть-чуть не допилилось. И держится на соплях. На чьих соплях? Не на моих точно. Так, подожди, а где у меня гвоздодер только что был в руках? Ну, я как обычно, может исчезать, даже если он был в прямой видимости. Вот он. Натворил, пол стены снес. Вообще я негодяй. Ужас какой. Надо было в другом месте это делать, да? Где в другом месте? На потолке? На потолке, да. О! Катя, здравствуй. Привет. Сейчас я к вам приду. Ничего себе. Ой, здесь темно, ничего не видно. Кать, слезь оттуда. Артём Андреевич. Так а ты можешь вот так вот. Смотрите, на теплицу вид. Смотрите, папа пробил. Подожди, Катя, а что у тебя на лбу-то? Что это за знаки такие? Ты Гарри Поттер, что ли? Только у Гарри Поттера молния, у тебя спиралька. Там циферка З. З золото, что ли? З золото. Смотрите, какой здесь вид. Вот это сказка и картина не надо. Так, подожди, а мы с тобой хотели убрать теплицу. Ой, смотри, это что такое здесь? Что? Что это? Что это? Это какие-то... Какие-то личинки, что ли? Наверное. Надо... А, подожди, а это не может быть глина? Да нет, это какие-то аккуратно, надо вытащить да глянуть. Ага, я начала про виды
Наши рассказывать. Это смотрите, папа. Посмотрите. Мы с тобой хотели вот убрать теплицу, потому что мы думали, что нам закроют весь вид. Ничего не закрывает теплица-то. Нет, теплица все равно здесь. Все равно берем? Она должна быть в эту сторону. Вот в эту чуть-чуть. Не, ну вы посмотрите, какая красота. Ну вы посмотрите, вот наше окно, да? Вот окно, и вот так вот это вот все видите. Самолеты! Да, смотри, вот ты посмотри! Вон где мы были, когда снимали эту речка с другой стороны. Вернее, деревня с другой стороны, вот здесь березовая роща. А это теперь все видно. О, а ты посмотри, я вот так вот стою, вот здесь вот. И мне прекрасно видны липы, на которых у нас будут стоять домик на дереве. Ну, не, ну ты посмотри, как классно. Замечательно. Замечательно. Глина, чурочка наша. Там дверь открыта, потому что на улице где-то, я не знаю, плюс 5, плюс 7, наверное, сегодня. Очень жалко, что здесь выйти пока, ну, не представляется возможности. Потому что здесь будет глухое окно. Да. Ну, круто. Круто, круто, круто. Да. Ладно. Пошли дальше работать, так сказать. Сейчас здесь, наверное, будет немножечко темно, потому что это на улице слишком светло, там солнце ярко светит. Посмотрите, как все это выглядит. Здесь уже Тёма на это окно уже поставил раму. Да. Раму и стекло там стоит. А здесь вот нетушки. Здесь еще будет это. Вот я здесь стою, смотрите, какой вид. Очень-очень классно. Круто, мне нравится. Так, все, я отворачиваюсь, потому что слишком темно. Ну что, я коробку не буду ставить сюда, потому что надо будет пол вытаскивать, доски, мусор. Там окно я закрою, можно запенивать даже, а здесь площадка для того, чтобы мусор выкидывать. Ну ты долго делаешь все, Артем Андреевич, у меня уже шторы готовы, тюль готова. Какая тюль, какие шторы? Ты сейчас смотри, покажу. Сколько работы много. Я покажу, ты пока здесь все это делал, мы с Катей сейчас, ну в общем, сейчас покажу. В той комнате еще не успел окна поставить, а я уже подготовилась. У меня уже шторы готовы, так что придется Тёме побыстрее работать. А, в общем, с нами не так давно связалась компания Том Дом и предложили нам заказать у них шторы. Но я, естественно, не могла отказаться, потому что нам нужны очень шторы в ту комнату. Я уже все жду, когда наступит тот момент, чтобы их туда повесить. Решила сегодня повесить их сюда, чтобы посмотреть, как смотрится. Посмотреть, прочувствовать ткань, пощупать со всех сторон и так далее. В общем, вот такая вот детская у нас тематика. Так как там комната девчачья будет, как вы уже знаете, да? И вот эти вот все цвета, которые есть на этих шторах, они все так или иначе будут перекликаться с дизайном той комнаты, которая там будет. Поэтому я надеюсь, что все это будет очень красиво. Так, немного хочу сказать про шторы. А, ткань плотная, хоть она и белая, но света она пропускает не так много, потому что, как я их сюда повесила, в доме стало не так уж светло. Хочу сказать, что шторы в этом магазине вы покупаете не просто как ткань. Купили, и вам еще у вас головная боль, где вы это будете подшивать, ушивать и так далее. Они сразу присылают штору вот с этой окантовкой. По-моему, я так называю, да? Здесь несколько видов закрепа. То есть вы можете вот через вот эти вот ниточки подвязывать, либо вот так вот. В общем, кому как удобно. Я очень довольна и тканью, и как они быстро прислали, и качество, и цвет. Я их еще не стирала, но как постираю, как они себя ведут, я, естественно, вам потом расскажу. Ссылочку на эту компанию я обязательно оставлю в описании, там же будет промокод, введя который вы получите 300 рублей скидки. Еще хочу сказать, что это не просто магазин, это огромный гипермаркет штор. Так что спасибо большое компании Том Дом. Я думаю, что эти шторы будут очень долго висеть у нас там в детской и радовать наш глаз. Спасибо. Все.
убрали с пола мусор, который здесь был. Вот теперь у нас здесь в уголочек там, где фундамент от печи, Тёма сложил инструменты, и все. В основном везде чистота. Завтра уже возьмемся за пол, разбирать его будем. Пока Тёма будет пол разбирать, я скорее всего, да не скорее всего, а буду чистить вот это вот все. Видно, да, сколько здесь пыли? Ну, вот эту вот всю грязьку буду чистить, потому что, ну, основную грязь мы убрали, но грязь все-таки остается у нас. Так что вот, комната уже сильно преображается. Представляю, что здесь будет, когда мы уже начнем обшивать все, да, Артем Андреевич? Ты с кем разговариваешь? Меня же здесь нет. Сама с собой разговариваю. Все, надо закругляться, мы. Надо готовить уже, кушать. Да, световой день стал длиннее, так что мы теперь уже немножечко перерабатываем. Обычно темно стало и домой пошли, а сейчас вот. Вот, так что вот, Артем Андреевич, у меня шторы готовы, а ты давай теперь ремонт доделай. Что ты там еще заказываешь? Нет, не знаю. Ничего не заказываешь больше? А что-то еще надо? Я то что-то, может, пропустила. Ну, может, мне еще ускориться как-то? Да. Понятно. Ну, я как минимум поставлю створку у окна и окну, и все. А, вот это вот, ну да. Ну да, потому что у нас выход есть уже с другой стороны. Там теперь лазить не будем. Да, там теперь лазить не будем, остается только запенить и потом уже разбирать пол, отсюда выносить. Поэтому здесь коробки пока не будет. Я, кстати, отвечу еще раз на вопрос, почему мы ходим через окна. Потому что вот эта вот дверь, которая здесь есть, вот такая вот страшненькая дверь, она ведет во второй сруб, там, где мы живем. И вот эту вот всю грязь, которая и пыль, которая здесь на полу и так далее, туда носить не хочется. Поэтому мы ходим через окно. Да? Мы ходим через окно. И, кстати, многие пишут, что нет оповещений, надо просто колокольчик нажать, и там есть выборка «Оповещать все», «Получать все уведомления». Вот. Поэтому можете подписаться и сразу колокольчик нажать с возможностью получать все уведомления о выходе наших видео. Да, чтобы ничего не пропускать, потому что совсем да, скоро... потому что многие спрашивают, когда видео, захожу на ваш канал, нет видео, а вы просто поставите ту галочку и автоматически к вам прилетит уведомление о том, что мы выпустили видео. Вот так. Если YouTube будет хорошо работать. Ну, да, да. Это уже от Ютуба тоже зависит. Пока! Все, всем пока-пока-пока. Девчонки, вон они лазят. Пока. Всем пока. 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 Сейчас самое время поиграть в этот в волейбол. В это или это в футбол. Самое время. Правильно, потому что мяч отмерз, он не такой твердый. Только, девчонки, а почему вы там рядом с теплицей играете? Там же стекла. Вот так. Теперь не рядом.